Это я еду в лодке на очередную работу. Волна захлестывает лодку. Лодочники помогают одеться водолазу. Они помогают ему забраться на лодку. Кажется, мы стоим на одном месте, но ветер дует в одну сторону, а течение воды в другую. Вот насколько меня отнесло, пока передвигали камеру. Его и не видно сразу издалека. Надо проверять почти каждый ежа. Пустой, пустой. В этом месте еж пустой. Как обидно, столько воздуха зря, времени зря. Уже вечер, 5 часов чистого времени просидел под водой. Надо делать декомпрессию, придется на якорную цепь и повисеть там немножко. Вот он прыгает, зацепится за якорную цепь и будет висеть минут 15-20, а то и больше, в холодной воде, где мерзнешь, потому что не согреваешься, просто то, что висишь. Еще хватает веселиться, а вечером на ноги не встать. От усталости спать хочется. Нелегко достаются деньги. Даже на палубу не хочется выходить с теплой каюты. Тихий океан. Идем в Японию. А вот так мы живем. Да? Сейчас покажу, где я спал. Маленькая лодка, но мы каждый раз находились в пустоте.
От шконка приходил вал винта. Вибрация была сильная, изматывала в конец, что даже спать было невозможно. Снаружи борта лед, холод. По стенке течет вода, конденсат. Матрасы и одеяло всегда мокрые, и от этого не избавиться. Без женщин, без женского тепла мужики просто зверели. Отдыхать было некогда. От любой буквально мелочи зависела твоя жизнь. Изнашивалась амуниция, ремонтировали мы костюмы, шивали сетки. Буквально каждый день что-то ломалось. Свежий хлеб мы пекли сами. Поставить бульончик на завтра. Я вот беру это тесто, а немножко поднялось. Раз такой уголочек. Разделил на три части. Когда я чувствую, что больше, чем эта часть. Вот, я умел. Угу. Они, в принципе, по весу одинаковые. Вот этот побольше. Ну, здесь там кусочек. Они должны быть обязательно одинаковые. Потом беру вот так вот. Это мы в Японии сдаем межа. Проверяется каждый ящик. Сортируется и назначается цены за него. Дмитрий! Надежда водолаза. Нашел он? Он как упал еще. А он не вылезет, если ее съест. А подо льдом водолаз работает. Заход солнца. Маску сними! Надо всегда проверять ежа. Белки, какое тоже наполнение. Нашли хорошего. Японцы очень придирчивы. Они могут очень маленькую цену назначить у него. Можно работать, нет? Ну, подо льдом, блядь. Все подо льдом, но ни у кого, блядь. Вот это вот икра желтенькая. Вот она. Вот. Вот эту икру едят японцы, ну и мы иногда. Вкусная! А ради чего? Ради красоты. Ради красоты? Да. А русские? Вы сейчас видите. А русский экстрим для чего? Для души. Для души, да? Мы без этого не можем. Нет, вообще. Понятно. Вот в такую погоду нырять одно удовольствие. Есть что море? Я сейчас и буду делать. Понятно. Водолазу, если его унесло течением, к берегу лучше не подплывать. Его разобьет просто об камни. Берега высокие и каменистые, скалы кругом. Вот я хотел о чем вам сказать в этом фильме.